Если вы любите печь и готовить сладкие десерты к чаю, тогда хочу предложить вам обратить внимание на этот классный вариант, как приготовить домашнюю сгущенку за 15 минут, очень полезное знание. Если вы не доверяете качеству магазинной сгущенки, то всегда можно сварить ее самостоятельно. Процесс не только быстрый, но и весьма простой. К тому же, вам понадобится всего 3 ингредиента. Такую сгущенку можно подавать на завтрак к выпечке или хлебу, а также использовать при приготовлении десертов. Например, обязательно рекомендую взять рецепт на заметку. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Подготовьте кастрюлю или сотейник с высокими бортами, всыпьте на дно сахарную пудру. 2. Добавьте сливочное масло. 3. Влейте молоко и поставьте на огонь, на среднем огне доведите до кипения. 4. После закипания массу нужно помешивать без перерыва и увеличить огонь до максимума, варите ровно 10 минут, сгущенка будет пениться и подниматься. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. После 10 минут переставьте кастрюлю в емкость с холодной водой, можно добавить лед, и остудите сгущенку, иногда помешивая. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Молоко 1 стакан, сахарная пудра 200 грамм, сливочное масло 1 столовая ложка, количество порций 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду снова и желаю вкусного дня!